На что бы еще хотелось обратить внимание, это во время работы в ринге, уже на соревнованиях, часто видно, как ребята, бойцы меняют стойки. То есть для борьбы у него одна стойка, для бокса у него другая стойка, для ударов ногами, там, для ударов правой ногой у него одна стойка, для ударов левой ногой у него другая стойка. То есть ни в коем случае, то есть умейте работать в вашей стойке, вашей, то есть одна стойка должна быть, универсальная стойка для ударов ногами, руками и для борьбы. То есть я не должен, если я хочу пробить левой ногой там в корпус или хочу пробить лоу, я не должен менять стойку и отсюда бить уже левой, чтобы мой оппонент будет знать, раз посмотрит, будет знать и на этом меня поймает. То есть как я работаю и руками отсюда. Также я работаю ногами, также я работаю и правой, и левой, и любой удар отсюда выполняю. Также я отсюда могу и войти в клинч, работать в клинче, также я могу бросать. То есть не меняйте ваши стойки, не меняйте, не приучайте себя работать, уметь работать и стоя, и лежа, в любом положении, но стоечка должна быть, то есть не должно быть, что под каждый удар, под какой-то удар определенная стойка или под какой-то прием вы меняете стойку, и оппонент, если он боец умный, он вас на этом поймает.